Слава Иисусу Христу! Во веки веков аминь! Дорогие братья и сестры во Христе, приветствуем вас в нашей общине Божьего милосердия. Мы с вами и отец Якуб, и брат Алексей, который готовит видеоматериалы. Праздник Святого Семейства отмечается в католической церкви в воскресенье после Рождества Христова перед Новым годом, когда такого воскресенья в силу условий календарных нету, тогда этот праздник переносится на 30 декабря. Святое Семейство. Этот праздник имеет свою историческую основу, богословскую, библейскую, а прежде всего является для нас некой духовной помощью для, не только для того, чтобы созерцать все то, что связано с Рождеством Иисуса Христа, с Марией, Иосифом и Иисусом, но также, чтобы наши семьи имели духовную пищу и видели, и, всматриваясь в это Святое Семейство, черпали также примеру и силу для того, чтобы, конечно, и в своей жизни как-то ответить на вызовы времени и укрепляться во взаимной любви и понимание. Давайте несколько слов про этот праздник. С исторической точки зрения, что можем сказать? Праздник Святого Семейства не является очень старым, древним праздником, потому что появляется где-то почитание Святого Семейства не отдельных лиц, подчеркиваю, Иосифа, Марии, Иисуса, только Святого Семейства появляется только в 17 веке. Появляется на фоне но очень печальных событий в Европе 30-летней войны, после которой она заканчивается в 1648 году, оказывается, поступает деморализация семейств, которые теряют в какой-то степени свою христианскую основу и духовность. И поэтому на фоне вот именно потребностей развития и укрепления семейной духовности появляется и процветает почитание Святого Семейства. Появляется впервые где-то желание установить такой особый день и праздник для размышления о Святом Семействе в Квебецкой епархии для святых из Франции, то есть в Канаде, Северная Америка. И это был епископ Франциск Монморанси Лаваль, который в 1684 году получает от Папы Римского соответствующее разрешение для того, чтобы особым образом почитать Святое Семейство и оттуда черпать духовную пищу и помощь для возрождения семьи. В 1890 году по просьбе епископа Флоренции Папа Лев XIII утверждает почитание Святого Семейства в отдельных итальянских епархиях. Затем в 1921 году Папа Бенедикт XV праздник этот распространяет для всей церкви. Дорогие, чувствовалось, что есть какая-то необходимость для того, чтобы не только подчеркивать значение духовности святого Иосифа, почитания Девы Марии и Иисуса, только они вместе составляют еще что-то большее – Святое Семейство. Это не обозначает, что культ и почитание Святого Семейства рождается только в 17 веке, потому что картины с изображением Святого Семейства можно найти в разных других местах, например, уже в катакомбах. Чаще всего, однако, святой Иосиф в этих представлениях Святого Семейства стоит на втором или на третьем плане. На него не обращается внимания. Только потом, в силу того, как начинается и углубляется духовность и почитание святого Иосифа, тоже всплывает, правда, это необходимость и значение Святого Семейства для духовности наших дорогих семей. Поэтому с первой половины 20 века праздник Святого Семейства распространяется, и вместе с ним духовность на всю церковь появляется. Также особый образом и литургия с почитанием Святого Семейства. И
очень важно. И этот праздник всегда отмечал два аспекта, я бы так сказал. Этот один исторический, о которых мы говорили, а другой библейский. Для того, чтобы мы взглянули на эти, в общем, обстановку и корни, с которых вырастает, рождается, в которой и воспитывается будущая Мессия. Таким образом, Божие провидение, наверное, хотело и нам дать пример, как воспитывать, как жить в семейных условиях. Что мы знаем о святом семействе из со Священного Писания? Святое семейство, но, конечно, не занимает доминирующего места в библейских текстах. Появляется, видим, Иисуса, который, но рождается в Вифлееме, но до того появляются разные другие сцены в Библии. То есть, например, благовещение о рождении Господа Иисуса, посещение святой Елисаветы, потом откровение Иосифу через ангела о том, кем будет тот, который родится от Девы Марии, Рождество, название и обрезание Иисуса, предание имени, а затем сретение Господне, поклонение мудрецов, волхвов, бегство в Египет, возвращение из Египта, нахождение 12-летнего отрока Иисуса в храме и сокровенная жизнь Иисуса в Назарете. Отдельные фотографии, картины, что о них можем сказать на основе этих картин. Семья Иосифа, Марии и Иисуса жила, скажем, на севере, в Назарете. Небольшой городок, место, которое с исторической точки зрения даже сложно определить, чем было. Если Вифлеем был достаточно известным местом, Назарет, к сожалению, был чем-то очень мало известным. Про него очень мало есть также исторических свидетельств. Находится Назарет в Галилее. Галилея считалась языческая в этом плане, что очень много здесь было влияния языческих религий. Поэтому семья, которая там проживала, должна быть глубоко укоренена в своей вере и желать, несмотря на всякую обстановку, сохранить традиции и правила, и жить верой предков. Есть такая традиция, согласно которой Мария с Иосифом, которые решаются жить в Назарете, делают это сознательно, как некая, я бы сказал, миссионерская семья, которые своей верой хотят поделиться и быть знаком веры, но избранного народа на севере, некий вызов, который они принимают и там хотят жить. Кем были Мария? Очень мало информации знаем. Девушка, которой, может быть, было 12, 13, 14 лет, когда рождается Иисус. Иосиф – плотник. Плотник – это не был человек, который только что-то из дерева делал. Напоминаю, плотник – это был человек, который занимался строительством домов с камня, из дерева, абсолютно, как мы можем сказать, под ключ. Иосиф поэтому был своего рода строителем, ну и инженером, предпринимателем. И внимание, мы говорим очень часто, что святое семейство – это была, ну, нищая семья. Нет, не совсем так. Это не были нищенствующие люди. Они не были богатыми, но не были нищенствуемыми. Они были скромно жили, но Иосиф, исходя из труда, которым занимался, которым принял Иисус, сам, видно, мог себе позволить и заработать на жизнь. Поэтому давайте уточнить, не было это не абсолютно нищенствуя семья. Достаточно сказать, что когда они приходят в Вифлееме, они не находят места в гостинице. Не потому, что у них денег не было, то потому, что не было места в гостинице. Деньги, наверное, были. Поэтому, уточняем, не была нищенствующая семья, жила скромно. Жила ничем не отличаясь от других, я бы сказал, семей тогдашнего времени. И если бы чем-то отличались особым в каком-то поведении внешнем, тогда, наверное, евангелисты бы оставили нам эту информацию. Жили, практиковали свою веру Иосиф и Мария, и в этой вере воспитывали своего сына, у которого, как мы читаем в Библии, появляются
сознание своего божественного сыновства, что особенным образом видно в сцене нахождения 12-летнего отрока Иисуса в храме, когда говорит: «Я должен быть в делах отца моего». Семья святого семейства, я бы так сказал, Иосиф с Марией, живут в открытости на познание воли Божией и замысла, чего он от них, этот Господь, хочет по отношению к этому младенцу, молодому человеку, которым был им доверен. У них конкретных ответов не было, и, думаю, Мария с Иосифом жили постоянно этим вопросом. И очень важная вещь – хотели исполнить волю Божию. Тот, который они вошли через Марию, через «Да, Фиат, да будет мне по слову твоему», хотели исполнить эту волю Божию до конца. Оказывается, через какое-то время, но вот только Иисус начинает свое служение, 33 года, в это время, кажется, Иосиф, тот его опекун уже умер, есть Мария, которая появляется в сценах Евангелия. А что можем сказать еще о семье Иосифа, Марии? У них появляется в Библии информация о том, что у них есть родственники. Родственниками была святая Елизавета, кажется, Захария. Есть такая, в общем, информация, что Елизавета была тетей Девы Марии, то есть какой-то близкой родственницей, вполне возможно, и Захария. Таким образом, Иоанн Креститель был бы двоюродным братом самого Господа. С другой стороны, в текстах Евангелия тоже можем найти информацию о братьях и сестрах Иисуса, которые приходят к Нему в один день, хотят с Ним встретиться. Были ли братья и сестры у Иисуса? Родных, конечно, нет. Как хочет традиция, братья и сестры Иисуса, некоторые свидетельства говорят о том, что это были, ну, дети святого Иосифа от первого брака, который овдовел. Но это дальняя какая-то информация. Или, скорее всего, придерживаются экзегеты другому варианту, что братья и сестры, о которых говорят Евангелие, это на самом деле двоюродные братья и сестры Иисуса. Поэтому так и Библия их называет. Есть еще свидетельство о Марии Клеоповой, о Иакове, Иоанне, сыновьях Завидеева, которые в какой-то степени тоже были бы родственниками самого Господа, входили бы в круг родственников. Поэтому где-то видим, что за Иисусом шли не только те совсем чужие люди, но также и его родственники, которые в какой-то степени поддерживали его не только потому, что ему поверили, но можем себе сказать, потому что чувствовали себя также ответственными за него в качестве, ну, крови родственных связей. Помним, однако, что Иисус подчеркивает, что важнее для него, чем брат, сестра, мать, отец, является тот, кто слушает Божьего Слова и исполняет его в жизнь. Дорогие, что для нас праздник святого семейства, что нам говорит? В ситуации непростой современной семьи весьма важно, чтобы мы черпали примеры и источники из жизни этой святой семьи. Обратите внимание, что это не была семья, у которой не было проблем и вызовов. Семья, которая страдала от разных трудностей в том плане, например, момент, ну, самого зачатия Иисуса, вопросы, которые появляются, может быть, непонимание еще воли Божией до конца, потом бегство в Египет, в котором, ну, живут как иммигранты, не знают, когда вернуться. Трудности, наверное, в материальном плане, положение непростое. Все это видим, что святое семейство, которое сегодня созерцаем, оно помогает нам понять, также дает нам силу преодоления всех трудностей, в которых мы живем. Иисусу, Марии, Иосифу не было легче и проще, в какой-то степени, может, было сложнее. Важная вещь в этой семье постоянно – постоянно в воспитании Иисуса появлялся вопрос, кем он должен быть, как мы должны его воспитывать, где его передать, кому, какая его миссия. Думаю, для родителей и всех форматоров весьма важная вещь – задумываться вопросом, а чего Господь хочет от наших детей, какая их миссия, к чему мы. Потому что, в принципе, родители, как сотрудники творческого акта со стороны Бога, должны всегда думать об этом, что... но готовят своих детей для того, чтобы они выполнили ту миссию, которой сам Господь им хочет верить. Учимся у святого семейства также, конечно, но, можем сказать,
духовности, понимания, какого-то поддержки, ответственности. Есть также место, наверное, для того, чтобы здесь учиться, как говорится, в доме в Назарете, учиться и в тишине, и молитве. Все это, чем в качестве примера и в качестве духовной обстановки создали для Иисуса его родители Мария и Иосиф. Святое семейство, поэтому в особое время, в наше время, когда нелегкая ситуация, когда существуют разные опасности и риски, является для нас и фундаментом примера, и примером, и помощью для духовного развития, для крепкой веры и для формации будущих поколений наших молодых католиков, верующих христиан. Господь с вами и со Духом Твоим, да благословит вас всемогущий Бог Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Иисус, уповаю на Тебя.